Всем привет, друзья! С вами Неломоб, мы сегодня играем в Roblox Beeswarm Simulator, и мы будем сегодня заниматься следующими вещами. Во-первых, мы посмотрим на этого медведя. Видите, тут обратный отчет идет, какой-то новый квест появился, можно у него брать, 10 квестов он нам дает. То есть я уже этот квест взял, тут у него какой-то сидит питомец, вот такой вот интересный, фиолетовый, и у него ноги состоят из бобов. Да это и сам, по-моему, боб какой-то. Я заметил, что иногда он появляется на полях, однажды я уже его видел, и он плюет какими-то конфетами, своими этими бобами. Я, собственно, вот уже вот этот бинбэг бусер. Я уже немножко подсобирал от него, но больше он мне не попадался. К сожалению, больше я пока что его не встречал. Может быть, как-то его надо специально вызывать? Значит, мы с вами еще следующие квесты я выполнил. Сейчас мы тоже сдадимся. Значит, что я сделал? Вот, помните, я там говорил вам, что я с прошлой серии с муравьями воевал, и армии анцев мне нужно было добыть. Я уже их всех добыл, можно будет квест сдать. Потом, у меня почти выполнен квест в Спайдерфилде. Также мы этот квест сегодня сдадим. Вон тот знак восклицания. Сейчас мы сюда подойдем. Здесь до конца доковыряем и подумаем, что будем делать еще. Сейчас сдадим здесь квест. Потом сдадим про армии анцев квест. Потом будем высматривать, возможно, нам попадется вот это вот, который бобами плюет этот человечек, этот новый персонаж, который в клетке сидит. Возможно, он нас еще порадует. Потом, что еще мы будем делать? Ну и остальные квесты будем выполнять. А, и самое главное, наша цель 52 миллиона насобирать нам меда для того, чтобы я купил себе новый слот и посадил золотое яйцо. Вот, надеюсь, что у меня сегодня это дело выйдет, получится. Так, запрыгиваем. Ага, запрыгиваем, не получится. Тут так просто запрыгнуть приходится обходить. Так, вот здесь мы можем уже с ним поговорить. Панда Бир, мы сдаем, какой мы ему квест даем? Блэк Бир, чтобы я сейчас не перепутал. Панда. Полярный. Я пока не вижу, какой я именно ему квест даю. Браун Бир мы выполнили. Вот, может этот с муравьями? Блэк, Мазер. А, Мазер тоже. У меня, когда я, короче, выполнял с муравьями там возился, у меня прокачался одна пчела до 8 левела прокачалась. Так, 250 какого-то муравья значок мне, по-моему, дали. Сейчас посмотрим, что тут они тут напихали. Вот эти бобы я насобирал. Джейли Бис. Buff, bees on early flowers work best when shared. Так, мне надавали... А, билетики мне надавали? Угу. Яйцо мне дали. Но слот, по-моему, мне новое не дали. Это я точно сейчас еще не понимаю. Сейчас будем посмотреть, что мне там дали. О, можно еще какой-то квест взять у него. Конечно, я беру. Конечно. Берем. Снова что-то с муравьями связанное, по-моему, мне тут надавал. Сейчас посмотрим, где оно. Вот. Надо fire ants 100 замочить. Видно. Потом гигантов 30 и King Battle. О, кстати, о птичках. Unchallenge Complete 75 Score. Это я выполнил. Кстати, о птичках. Давайте сразу же, пока я не забыл, забегу к королю, этих вот жуков и его победим. Короля жуков. Я думаю, что мы с ним долго не будем возиться, потому что мы довольно-таки неплохо прокачанные. В плане пчелы у нас мощные. Только я что-то... Тактика у меня плохая. Ой! Сейчас меня еще завалит. А у меня немного в рюкзаке, у меня вообще 5000 всего. Так, надо вспоминать старую тактику. Стоишь, ждешь, пока он приостановится, потом отходишь в сторону. Или так уже не работает? Не, работает старая тактика. Стоишь и уходишь в сторонку. В сторонку. Так, квесты пока закрыты. Стоишь и отходишь в сторонку. Жуки наказывают. То есть, вернее, пчелы наказывают здоровенного жука. Все, победили. Полно всего получили. И, в принципе, можем смело двигаться дальше, выполнять или сдавать же квесты. Выходим. Идем, наверное, к этому, к коричному медведю. Медведю в гости. Вот сюда, тут сдадим квест. Так, что у нас тут? Подождите-ка, Саймон. О, вызвали. А тут можно сдать. И может быть еще один квест какой-то дадут нам, нет? Так, а я что-то так вызвал и не собираю ничего. Мед, нам нужен мед. Конечно же, нам нужен мед. Сразу же подфармливаем. Собираем медок. Собираем и смотрим, какой квест у нас еще доступен для сдачи. Может быть, я что-то там еще выполнил. Ага, Мазер. Помню, был Мазер. Идемте к мамке. Значит, где она там была? Ага, Black Bear, черный. И Mother Bears
Медтерм какой-то. Вот здесь, по-моему, она стояла. Вот. Тут тоже мы можем сдать ей квест. Посмотрим. Good job. Gifted B. You shall check your там что-то там, что-то там, что-то там. Сейчас просмотрим. Бумц. О. Пишут. Mother complete. Миллион мне дали. 30 tickets. Joyly. И можно новый взять квест. Сразу же беру новенький квестик. Берем. Смотрим. Внимательно. Your... Это понятно. Это вот. Надо теперь 8 пчел 8 левела качнуть тогда потом. Но все остальное понятно. Скормить надо пчелам там еду. Это все, в принципе, ясно и понятно. Значит, что мы теперь делаем? Смотрим на свое, свое пчеловодство. Вот наше пчеловодство. Мы сдадим сразу же, что ли сюда прибежал. Так, новых слотов у меня нету. Новых слотов у меня нету. Никаких. Приходится работать с тем... Что есть? 54 у меня миллиона. Давайте пойдем тогда новый слот купим. А, подождите-ка. А какой у меня там еще квест был? Мне подсказывали ребята в комментах, что у меня получится этот квест дать тогда, когда я до конца выполню все текущие все квесты у этого медведя черного. Полярный медведь. Вот, еще выполним квест сегодня обязательно. Обязательно. Ну и сегодня сейчас подумаем, что еще сделаем. Ладно, летим. То, что я давно уже хотел сделать... Так, мне там показалось, или там что-то было? Да, вон бобы, видите, скачут они. Вот они, скачущие, видите, вот эти вот персонажи. Они бобы расплевывают, раскидывают. Вот бобы надо тут собирать, чтобы у меня квест выполнился. Вот они тут вдвоем скачут. Видите, какие они прикольные? Подпрыгивают на свободе. И они иногда плюют, получается, и ты собираешь у них бобы. Повезло нам, посчастливилось нам это дело с вами лицезреть. Поэтому собираем бобы. Вот сейчас, может быть, даже у меня квест выполнится первый. А всего 10 квестов у того нового персонажа, который у нас приехал, медведя. Так, где бобы? Куда они подскакали? Один тут остался, вот. О, кажется, у меня квест готов. Но, правда, я еще в этом не особо уверен. Так, а ну стой. Так, пожди. Где тут оно писало? А, вот он квест, по-моему. Да, мы выполнили его. Давайте сразу побежим и его сдадим. Раз уж я хотя бы один квест выполнил этого нового персонажа. Вот этого. Сейчас я ему сдам. Может, по дороге еще это успею использовать. Так, ну-ка. Так, получилось. И дал мне бобы и 5000 меда. Хорошо, смотрим дальше. Смотрим дальше, что мы там могли еще сдать. Что мы могли еще сегодня пройти. А, мы так и не купили слот. Я отвлекся. Сейчас куплю, пойду слот. И посажу золотое яйцо. Глянем, что нам выпадет. Так, сюда летим. В магазин летим. Заходим, вернее. И вот здесь можно купить за 54 новый слот. Я этого дела очень сильно, очень сильно хотел. Так, это не туда, куда меня понесло. Вот это. Кент. 54, мне не хватает буквально 700 тысяч. Ой, 200 тысяч. Чуть-чуть не хватает. Ладно. Идем еще фармить 200 тысяч где-то. Надо нам насобирать где-то еще 200 тысяч. Ладно, а что мы... О, Red Polling, кстати. Мы на этом поле находимся очень даже кстати сейчас. Потому что нам нужно тут тоже нафармить. Кстати, давайте это сейчас активируем. Что нам даст? Какой-то буст. На каком поле буст? Sunflower. Sunflower, там тоже красные цветы были. Sunflower, поэтому я лечу сюда. Буду сейчас здесь фармить. И много сейчас... заработаю. У меня буст сейчас на это именно поле. Вот, видите, у нас тут... И поставим сюда еще... Это вот помпу поставим эту. Не помпу, а поливалку. Пускай оно мне, короче, удобряет все тут. Вот, я сейчас быстренько тут нафармлю. И заработаю деньжат. Так, Sunflower. Но Red Pollen тут тоже у нас добывается, хоть не очень быстро. Blue Pollen, Pen... Apple 3 тоже там... Не добывается. Mushrooms. Мне нужно на Mushrooms тоже будет отправиться. Так, сколько мы насобирали? Level up. О, 7 уровень получила у меня пчела. Это очень хорошо, потому что нам надо было продвигаться до 8 левела, как бы их качать и еще раз качать. Так, хорошо. А что нам по поводу того квеста нового, который мы получили или не получили? Я взял у него, у медвежонка? Взял, а не взял, я забыл. О, как я мог. Так, сейчас быстренько сдаем
мед весь, сдаем, который мы насобирали, вернее, пыльцу, получаем мед за это все дело, смотрим, что у нас будет по нашим показателям, будет ли там око. По идее, должно бы хватить, я так надеюсь. Сейчас пойдем проверим, возьмем новый квест у этого медведя, Санбир. Взял. Все, теперь можно смело отправляться за покупкой. Надеюсь, в этот раз мне хватит. Так, залазим в трубу, летим в воздух. Бум. Вот сюда. Заходим в помещение и покупаем себе подарок какой-то. Так, покупай. Вот, нет, не хватает опять. О, теперь хватает. Теперь как раз мне будет... Я буду как бомж сейчас. Покупаю себе новый слот. Купил себе новый слот. Мои пчелы с сердечками появляются. Мои пчелы радуются. Потому что они в предчувствии, что сейчас у нас появится новый товарищ в нашем племени, пчелином. Почему я это дело, как бы так, пытаюсь на этом деле акцентировать свое внимание? Да то все потому, что я хочу как можно быстрее заработать себе проход в новую локацию. Вот, значит, Silver Egg и Gold Egg. Вот, мы сейчас будем Gold Egg сажать вот сюда. Да. Бумц. И мне дали Red Epic пчелу. Всего лишь эпическую пчелу мне дали в этом. Ну, она считается не очень крутой, насколько я понимаю. Эпическая пчела. Эх, так, мои пчелы, вот. Мои пчелы сейчас вот здесь. Мы можем сейчас попытаться сделать что-то покруче. Каким образом? Вот у меня тут есть мои пчелы, которые у меня в наличии, которые... Там пишет единичку. То есть это у нас... Одна у меня есть синяя пчела. Бамблби, я сейчас пытаюсь ее найти. Синяя пчела, улыбающаяся. Мелодии. А как же она так выглядит? Вот эту, как-то надо ее различить теперь тут. Синяя пчела. Я такой вообще не вижу, слушайте. Пишет, что у меня такая одна, Бамблби. Где тут Бамблби? О, может она только здесь синяя? Не, ну она должна быть синяя, подождите-ка. В маске вижу пчелы. Пишут, что у меня единичка, я ее не наблюдаю здесь нигде. Просто улыбка. А, вот она, все, она белая, но она как бы синяя. Хорошо, теперь я ее нашел. И у меня и вот есть. Вот, я тебя нашел. Сейчас мы тебя будем менять. Что-то поинтереснее. Use another. Rare не подходит. Это у нас rare, red, rare, нет. О, эпическая, это уже получше. Это уже... Ну, я бы хотел бы легендарку. Red. Эпическая опять. Commander B. Ну, это вроде неплохо, но тоже не очень... Какую-нибудь более редкую. Опять эпическая. Red. Rare. 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 Red. Epic. Epic. Эпик. Может, что-то попадется интересное? Рар. Эпик. Ред рар. 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 Эпик. Рар. Сколько у меня? 52 еще есть штуки. Проклацать все, что ли? Я хочу, чтобы была какая-то легенд. Легенд. Нас интересуют легендарочки. Рар. Эпик. Нету ничего. Эпик, наконец-то! Эпическая Gifted Commander. Ну, хотя бы вот такая. Это уже получше. Видите, она со звездочками. Эти звездочки нам нужны там для этого, кажется, поля. Для этого вот залы славы. Хорошо, теперь заходим сюда. Значит, нас интересует Cool Bee. Такие вот, вот это вот. О, я нашел ее. Я вижу уже ее. Сейчас будем Cool Bee тоже заменять на что-то. Cool Bee, Cool Bee. Вот она, Cool Bee. Yes, трансформ. Идем. Эпик, рар, 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 рар. Это нас вообще ничего не интересует. Так, нам нужны либо со звездами, либо легендарочки, правильно? Скорее всего, легендарки так просто не выпадут. Наверное, очень маленький шанс, чтобы выпали. А вот со звездами могут выпасти. Так, пока что все ерунда выпадает. Рар, эпическая... Рарная, рарная. Еще осталось 10 у меня. Раз. Blue Epic. Epic. Red Epic. Рарка. Рарка. Epic. Ну, последняя. Последняя. Нет, не получилось. Демо-би мне дали. Ну, ладненько.
Хорошо, мы все их использовали. Можем подкормить кого-то. Можем? Можем. Так, а кого будем подкармливать? Котика? А это не-не, давайте, мне надо до 8 левела было прокачивать. Вот, допустим, вот здесь. Бумц. Нет, до 8 левела нужно было пчел своих качать. Поэтому туда буду все и вливать. Так, все прокачиваем, все вливаем. Всех кормим. Так. По-моему, на этом деле мы пока что приостановимся. Хорошо. Теперь что нам нужно делать? Смотреть на наши квесты. Смотрим внимательно и думаем, куда нам дальше отправляться. Так. Я все сдал? Нет, не все сдал. Сейчас мы посмотрим, какой квест нам можно еще сегодня сдать. Так. Этот пока не получится нам выполнить. С багами нам пока не фартит особенно. С муравьями не получится выполнить. С этим не получится. Можно выполнить еще этот вот квест, допустим, полярного медведя. Нужно отправляться на кактус-филд. Кактус-филд, и там 430 тысяч мне нужно нафармить. Это, в принципе, немного. Я думаю, что это с ним дело... Ой, куда это у меня? Ничего не вижу. Где кактус-филд? Куда меня выбросило? Вот тут где-то кактус-филд у нас... По-моему, был. Вот он, кактус филд. Вот здесь мы и будем сейчас с вами заниматься. Сейчас я нафармлю, сколько мне нужно было там 430, и потом пойду сразу полярному мишке этот квест и сдам. С квестом для полярного медведя закончено. Теперь бежим к нему наверх. И будем ему сейчас это дело все сдавать. Так, ну и colorful craving. Мы тоже наверняка начнем это сейчас выполнять квест. Так, медведь, привет. Мы тебе принесли полно всякого добра. Так, 155 тысяч. И может быть новый квест какой-то сразу даст нам. Дал. Sunflower Field. Совсем чуть-чуть надо и Pineapple. Sunflower у меня, по-моему, еще даже тут буст был. Sunflower мы 50 тысяч буквально за вообще, наверное, очень быстро сейчас тут нафармим. И все быстренько ему даже сдадим еще раз квест. Sunflower мы закончили. Pineapple это у нас, по-моему, ананас. Нам нужно теперь двигаться на ананасовое поле. Плюс мы будем не забывать, что у нас квест параллельно выполняется и другой. Вот здесь бамбу филд тоже нам надо будет нафармить. 2 миллиона на бамбу филде. Мы это выполним в скором времени. О, кстати, здесь можно, мне говорили, за маленькую цену поучаствовать в розыгрыше. Сейчас попробуем. Допустим, запускаем. Что там у нас? Что надо? You have... Ну, надо что-то нажать. Ага, месяц, 5. Месяц нам не нужен. Семечко. Билет. Надо записывать, наверное. О, семечко где-то было. А, нет, не тут. О. Есть. Хотя бы семечки себе заработал. Тын-тын-тын-тын. А месяц был аж там внизу. Так, хорошо, поучаствовал и выиграл. О, где-то прилетели эти самые. Pineapple. Тут же ж. Pain. 160 тысяч. Сейчас начинаем здесь фарм. Дикий. Когда закончу, уже пойдем сдадим сразу полярному медвежонку еще один квест. Все, с этим квестом мы завершили. Можно будет зайти в гости к полярному медведю. Так, теперь, что там еще было? Ага, вот этот мой квест хотел выполнить. Blue Pollen. Значит, вначале мы полетим все-таки к полярному медвежонку. Потом будем думать, что нам дальше делать. Так. Полярный медведь. О, можно было бы сразу скинуть мед здесь. Давайте сбросим. Пчелы пускай это все дело снесут. А я пока квест еще подробнее пойду рассмотрю. Значит, Bamboo Field. Тут тоже крупный квест у нас имеется. Нам надо только сосредоточиться на этом поле. На Bamboo Field. 2 миллиона. Так, подарочки какие-то там шлют. The Pain Tree Forest. Ага, это елки. Mushroom, это грибное поле. Хорошо. Значит, вначале мы собираем то, что нам подарили тут. Все сдали, все. Полетели, сдадим полярному медвежонку квест. Это у нас тут быстро полет сейчас удастся нам совершить. Вот. Полярный медведь нас уже тут вовсю ждет. Опа. Так, сдаем. День наступил. Сдал. Ух ты. 120 еще, пожалуйста. Берем еще один квест. Что он теперь хочет? Spider Field, Mushroom Field. О, у меня как раз на Mushroom Field было там два... Тихо. На Mushroom Field. Хочу на Mushroom Field. Ой, тут что такое? Тут что-то дикое творится. Что-то все люди взбесились.
все поле вы собери. Я кину им тут немножко жвачек даже, нате вам. Ничего себе, задроты какие пришли. Гляньте-ка, три задрота, все поле вычистили подчистую. Ладно, и пошел я на Mushroom Field. Гляньте-ка, что они тут творят. Что они творят? Так, идем на Mushroom Field. Вот здесь сейчас смотрим внимательно. Значит, первое, у нас есть тут 65 тысяч, а второй наш квест. Это выполнится по-любому. Mushroom 6... Вот, нам нужно здесь посадить вот эту штуковину свою, свою эту поливалку. И здесь мне нужно будет сейчас добыть 600 тысяч. Ну, параллельно тут верхний квест уже выполнится тоже по-любому. Так, все, мы завершили с этим полем. Вот он вот пока... А, я с собой немножко загораживаю. А сейчас повыше подниму. Вот, Mushroom. 600 тысяч мы тут насобирали. И плюс у нас вот здесь тоже Mushroom заполнилось. Теперь мы, если будем ориентироваться на этот квест, который мы хотим выполнить, да, с Mushroom'сами, мы сейчас должны отправиться от... на поле Pine Tree Forest. Так, Pine Tree. Это, по-моему, елки, если мне не изменяет память. Сейчас мы туда пойдем проверим. И видите, у нас квест сразу на Blue... Не квест, а полоска с Blue Poly у нас тоже автоматом заполняется. Вот это, по-моему, вот здесь было, если все я правильно понял. Сейчас проверим. Так, смотрим. Чикс. Да, пошло выполнение задания. Все у нас собирается. Сразу тут посадим, наверное, помпу. Сейчас немножко ее по центру пересажу. Потому что тут пока что мне мешают эти вот две мантисы. Вот. Допустим, вот здесь где-то я могу посадить. И теперь здесь буду фармить усердно 1 миллион, собственно, этого ресурса, драгоценной пыльцы с поля возле елок. Мы почти насобирали уже нужное количество нам здесь пыльцы. И тут у меня появились эти чуваки и прыгают. Фиолетовые, целых три штуки, и полно от них бобов вываливается. То есть мы сейчас еще этот квест, но, может быть, даже выполним параллельно. Смотрите, как они прыгают, здорово. Фиолетовые какие-то чубрики. Чубрики фиолетовые. Они забавно смотрятся в связи с этих ботинках. Смотри, как они подпрыгивают, скачут, смешно. Что они за существа такие? Бобовые, плюют бобы. Я тут один нахожусь, я сам все бобы собираю. Вон, еще и подарками меня засыпают. Вообще какой-то трэш происходит, реально. Так, ну я пока буду здесь их собирать, пока они тут имеются. Я буду собирать эти бобы от них. И смотреть заодно, где этот у нас квест. Может быть, у нас уже он выполнился, может быть и нет. Вот они разбрасывают эти конфеты. Я просто не могу сейчас сообразить, где именно этот квест наш. Где он? А, вот, мы выполнили его. Все, он у нас complete написано, что он у нас complete. Ну ладно, тогда пойдем его сдавать. Только я не знаю, где у нас еще сдавать квест. Приходится нам еще один мы выполнили. Мы два квеста выполнили. Получается, этот с бобами, таким вот, новый который. Еще какой-то квест мы выполнили. Только я не помню, где я его брал. Сейчас вот это мы дело сдадим. Так, он нас немножко там отблагодарил. Берем сразу же новый квест. На там какие-то... и смотрим внимательно теперь на жуков. Вернее, на медведей. Куда... Нам нужно теперь, кому нам нужно теперь обратиться, чтобы этот квест получилось у нас дать. Ну, тут вроде бы все без знака восклицания, это мне немного тревожит. Но сейчас мы разберемся, кто же нам квест этот давал. Который, Colorful Crafting называется он. У меня есть подозрение, честно говоря, что этот квест нам давал, может быть, даже этот медвежонок черный. А ну-ка. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Опа, почти миллион. 850 тысяч дал мне. И есть еще наверняка какой-то для меня квест у него. Что-то мы взяли. Значит, вот. Pumpkins, please. Pumpkin 2 миллиона. И, в общем, этот квест у нас завершен. О, Defeat Spiders, 2 паука, 1 вервульф надо замочить. Новый какой-то полярного медвежонка квест. Так, тут вервульф был, не помню. Мы, кажется, его уже тут завалили. И он тут новенький сейчас нам не появится. Так, пауки. Ну ладно, тогда идем на паука. Хотя бы паука одного завалим. Вот здесь паук обычно вылуплялся. Вот он вылазит. Сейчас мы его побьем. Побьем, конечно же, победим. Вот он. Чикс, и нам сразу заполнило. И Spider Field. Ой, как все сразу бабахнуло. Мы находимся на Spider Field, и буквально за долю секунд мы выполняем эту полоску. Он заполняется быстро. 90 тысяч нам надо. Но это немного. Поэтому мы так быстро это все дело и выполняем. Сейчас мы с вами подведем итоги небольшие. Небольшие итоги подведем. И будем подходить к концу видеоролика. Значит, что нам хотелось бы, конечно, бы еще увидеть.
Так, подожди-ка, тут это, я с этим разговаривать не могу. Мне бы хотелось бы посмотреть еще вот это поле со звездой. И квест, значит, пампинг это в следующий раз будем делать. С этими вот бобовыми я, наверное, не успею. Тут всего лишь 22 часа он дает, чтобы ты успел этот квест выполнить до конца. Не знаю, что будет. Если кто-то в курсе, что будет, если все 10 квестов выполнить, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно будет почитать. Так, отправляемся. Вот сюда мне интересно еще зайти. Я же заработал плюс одну пчелу со звездой. Может быть, сейчас что-то тут будет новое у меня. Так, заходим. Значит, смотрим свои пчелы. Нажимаю. 31 пчела у меня. Типов 30. То есть повторки есть. Хости Би. У нас со звездой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 звездочек у нас насчитано. 6. Что это у нас такое? А мы можем это вот получить. Royal Jelly'ки можно брать раз в сутку. Вот это у нас что? You need 250 honey to generate bronze star amulet. Ух ты! 25 миллионов мне нужно меда, чтобы его, короче, скрафтить себе такой амулет. А что этот амулет дает? Почему вы не указываете мне, а? Почему? Тут надо будет иметь 10 гифтов. Я могу такое сделать. 25 миллионов нужно, чтобы такое себе сделать. У меня такого, по-моему, амулета я здесь не вижу. Стар амулет я не вижу. Да, к сожалению, у меня его нету. Хорошо. Какие еще квесты? Какие еще квесты у нас могут быть выполнены? Ну, этот вот с бустом, это будет немножко трудновато, пока я не найду, не встречу тут этого вот прыгающие бобы. Спайдера вот двух завалю. Вервульфа завалю. Вот тут сложно, рос левел, вот это выращивание пчелы, конечно же, тоже сложный квест. Вот это можно попотеть немного, вот здесь поучаствовать в этих забегах с этими муравьями, можно, в принципе, выполнить. Потом, этот у нас тоже скоро выполнится квест, да, в принципе, и все, только вот эти вот такие простенькие квесты будем выполнять. Что еще мы хотели посмотреть, давайте вспоминать. Значит, можем, пока я не вспомнил, сдать, допустим, вот это добро. Сдаем, в эту зону я пока что не могу попасть никак, у меня нету пчел. А, я вспомнил, что я хотел еще прямо последок глянуть. Тут, короче, нажимаешь на шоп, можно купить себе вот такую бджелу, но она стоит очень дорого. Видите, есть вот донатики всякие, можно это все дело покупать, но это для меня дорого. На это деньги я тратить, конечно же, не буду. Что бы мне хотелось в будущем еще для себя приобрести? Ну, как-то пора уже немного проапгрейдиться, как-то новые какие-то штуковины себе покупать. Слоты это хорошо для пчел, но тем не менее хотелось бы себе тут что-нибудь купить новое. А то у меня плечи вот такого плана. Вот мы тут купили только сумочку, вот эту переднюю. Рюкзак бы было бы неплохо купить. Про что у меня тут куплен? Хотелось бы мне, конечно же, купить себе этот вот грабли. Это вообще, наверное, 20 миллионов очень долго буду собирать. Эти вообще не знаю когда, 60. Это у нас 15 ботиночки. А какие у меня сейчас ботиночки? Не такие разве? Нет, у меня обычные ботиночки. Так, смотрим. Еще раз. Это 250. 150, боже. Когда, как это реально насобирать столько, такую сумму? Я 52 миллиона собирал так долго, чтобы купить себе дополнительный слот для пчел. А это что? Это, ну это у меня куплено, это я одел. Так, шлем. Шлем у меня тоже куплен. Сейчас уже нужно, чтобы его купить. Видите, такие штуки, плюс еще и мед. Ботинки, может быть, купить. Но мне нужно будет иметь ойла и иметь вот этого добра. У меня это есть, а ойла нету. 5 ойла и 15 тысяч. Может, мы сосредоточимся в следующей серии на этих ботиночках. Вот ботинки реально мне купить, в принципе, если так попотеть немножко. Ботинки, в принципе, реально. Но мне не хватает ойла. Для того, чтобы ойл достать, 15 миллионов и ойл. Ну, давайте как бы поставим себе цель и выполним ее. Почему нет? Значит, где у нас было помещение, где можно было это все дело перекрафчивать? Ойл, 5 единиц. По-моему, где-то вот здесь был такой у нас блендер. Вот, нашел его. Open. Нам нужен ойл. Ойл, вот. Ага. Make oil. 50 семечек плюс... Вот это дело. И сколько мы получим ойла? Одну штучку? Это очень мало. Make oil. Ингредиенты. Видите, какие нужны для того, чтобы ойл создавать? Капец. Мне нужно много этих штуковин. Но я могу их покупать. Для того... Давайте, ждите-ка. R буква написана. Мы можем сейчас зайти сюда, поглядеть. R у меня есть 9 штук. Royal Jelly.
Royal Jelly, 9 штучек. О, мне тут подарками кто-то засыпает. Так, берем. Еще раз. 10 штук у меня. Ну, пускай у меня 10 будет. Значит, мне надо будет еще... Ой, не туда я зашел. Сейчас, секундочку. Секундочку. Ойл. Вот. 10 пускай у меня есть. Мне нужно еще, получается, 40 штук вот таких вот штуковин, да? 40 штук. Где-то нужно их купить. Чего они стоят? Надо разобраться. Тоже можно в игру поучаствовать в игре. Так. О, тихо-тихо. Тут было то, что мне надо. Нет, не удалось. А где? О, тут сверху было. Эх, обидно. Next time, next time. Значит, что? Где-то здесь был... Вот он, магазинчик, по-моему. Где можно будет за тикеты купить. 40 штук. Buy. 250 тысяч за одну. Бумц. А следующее стоит 260 тысяч. Вы издеваетесь? Одну Royal Jelly-ка так дорого стоит, потом 270. Ну, я вот купил уже 3, 4, ну, 5 куплю. Больше покупать не буду. Буду их, короче, копить. Зря я их всех потратил. Я их взял и профукал, грубо говоря. А я так теперь ботиночки себе не смогу эти приобрести. Давайте, чтобы у меня их было хотя бы 15. Еще одну куплю, хватит. Все, на этом будем завершать ролик. Надо будет еще здесь потеть и потеть. Много еще нужно нам чего здесь сделать. Но ставьте лайк, поддерживайте, и мы к этой игре еще вернемся. С вами был Неломоб. Legendar B. Угу, мне легендарок не хватает. Фух, мы играли... О, видите, эти скакуны, скакуны, вот они, скакуны. Там, где можно бабы еще заработать у них. Чтобы у нас квест выполнился еще один. Видите? Ну, я уже не буду этим делом заниматься. Наверное, я забью с этим квестом. Не выполню, к сожалению. Но кто выполнит, еще раз говорю, напишите в комментах, что вам дадут там. И стоит ли, как это говорится, стоит ли это потраченного времени. Все, всем пока-пока.